Прошедшим летом в гаражах нашей телекомпании появилась кошка. Мы все дружно подкармливали ее, а месяц назад наша Мурка преподнесла нам сюрприз. Принесла 4 котят. И теперь мы все дружно нянчимся с ее потомством. Котят 4. 3 котика и кошечка. 2 сына явно пошли в маму. Также серы и интеллигентны. Рыжий котик просто красавец и очень любит поесть. А это наша голубоглазая блондинка. Кстати, еще до выхода сюжета в эфир стало ясно. Для нашей единственной кошечки уже нашелся хозяин. На днях ее обещали забрать. Как известно, кормящей маме необходимо сбалансированное питание. Мурка, иди покушай. Иди покушай. Кошка в доме – символ уюта. Недаром же есть традиция первой впускать в новый дом кошку. Быть равнодушным к этим мягким лапам и трепетному мурчанию кажется невозможно. В гараже котятам тепло, но они взрослеют и скоро начнут выпрыгивать из своего гнездышка. А впереди зима – экзамен на выживание. И ты хороший, просто замечательный. Котята уже подросли, и очень хочется, чтобы каждый из них обрел своего хозяина. Если вы увидели в нашем сюжете своего котенка, приходите за ним. Он вас ждет. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Какой он хороший.